Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губио, что в регионе Умбрия в сердце Италии. Главный символ зимних праздников появился на южном склоне горы Инджина в виде световой инсталляции. Дерево 750 метров в высоту и почти полкилометра в ширину. Разместилось на площади примерно в 3 футбольных поля. Около 300 неоновых лампочек рисуют контур дерева. Внутри более 400 разноцветных лампочек. Звезда, которую вы видите на вершине горы, до прошлого года освещалась неоновыми трубками. Но в этом году мы использовали по 142 метра белых и синих светодиодных лент. Елку зажигают накануне дня непорочного зачатия Девы Марии. Обычно в эти дни старинный городок наводняют сотни туристов. Огромную елку видно из любой точки города. В этом году церемонию зажжения провели онлайн. Для нас, жителей Губио, это дерево как друг или старший брат, который появляется каждый год 7 декабря. Мы все работаем на горе с сентября по декабрь, чтобы принести этот цвет в Губио и почтить покровителя нашего города, святого Убальдо. Кабель, формирующий контур дерева, находится на горе постоянно. За 3 месяца до праздников группа волонтеров начинает проверять его исправность и вкручивать лампочки. С сентября по ноябрь мы поднимаемся и спускаемся по склонам Инджина в горных ботинках с лампочками и кабелями. Начинаем с вершины и движемся к основанию дерева. И через 2,5 месяца работа завершена. Такую елку зажигают уже 40 лет подряд. Необычная традиция появилась в 1981 году. В 1991 это рождественское дерево внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире.